В преддверии Международного женского дня уже на Курганском районе большие почести были возданы ветеранам образования. На торжественном приеме акима района Султан Макашев подчеркнул ключевую роль учителя в воспитании подрастающего поколения, ценность богатого опыта ветеранов образования, поздравил учителей с праздником 8 марта. Каждой в народных традициях были оказаны высокие почести. Желаем вам и вашим семьям доброго здравия, благополучия. Мы ценим вас, уважаем за ваш нелегкий, но благородный труд. Благодарны за воспитание наших детей достойными гражданами страны. Учитель – счастливый человек, я думаю. Радостью наполнен каждый его день. Это счастье – видеть, как на глазах растут ученики, оправдывают надежды, вырастают хорошими людьми, профессионалами в своем деле. Я счастливый человек.